Одну золотую и две бронзовые медали привезли окружные многоборцы и воспитанники тренера Алексея Коткина из Благовещенска. Там прошел второй этап всероссийских соревнований по северному многоборью, где наш регион представляли Антон Латышев и Мария Канева. Накануне спортсменов и их тренера чествовали в окружном собрании депутатов. Антон Латышев начал заниматься многоборьем в 20 лет, когда вернулся из армии. Признается, последовал примеру своих братьев. Это я за братьями пошел, они уже занимались. Вот они меня пригласили. Перед армией меня они еще первый раз позвали, когда сказали, что Алексей Николаевич узнал, что есть третий брат, и сказал, пусть он приходит тоже. Вот они меня позвали, пришел, попробовал, в принципе, понравилось. Я поставил себе определенные цели и пока что пытаюсь их достичь. Начиная с 2017 года со всех всероссийских соревнований по национальным видам спорта, где ему приходилось участвовать, Антон привозит медали. В копилке его личных достижений порядка 7 наград, в том числе 3 золотые. Из Благовещенска спортсмен привез золото и бронзу, показав хорошие результаты в беге с палкой на 3 километра и прыжках через нарты. Сложного на самом деле ничего такого не было. Самое сложное – это переезд, потому что слишком далеко лететь, плюс часовая разница еще большая. А так, по соревнованиям, в принципе, подготовка была летняя хорошая, так что по соревнованиям ничего сложного, в принципе, не было. Вместе с Антоном Ненецкий округ на всероссийских соревнованиях по национальным видам спорта в Благовещенске представляла Мария Канева. Девушка завоевала бронзовую медаль в прыжках через нарты. Ребята занимаются национальными видами спорта под руководством опытного тренера по северному многоборью Алексея Коткина. Результатом своих воспитанников Алексей Николаевич доволен, отмечая, что выездные соревнования помогают спортсменам ставить перед собой новые задачи и работать на результат, добиваться успеха. Эта поездка состоялась при финансовой поддержке из окружного бюджета. Если возможность есть, и нам дают такую возможность, и выделяют деньги, мы, конечно, стремимся выехать и побороться уже с сильными спортсменами России. Спикер регионального парламента Александр Лутавинов и вице-губернатор округа Наталья Сидорова поблагодарили ребят и их наставника за достижение высоких результатов в спорте. Алексею Николаевичу вручили памятную медаль за вклад в развитие округа. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, телеканал «Север».